Нервы, нервы. Все. Жри, мать продай. Дикий тигр. Короче, мелкая мать готова продать. Мелкая занят. Просто хочет почистить зубы наконец-то. Просто наконец-то просто почистить зуб. Дайте кошке почистить зуб. Ну, как нравится. Ой, как вкусно. Матушка, она ее ест. Да не съел. Ай, как я ненавижу те вещи, которые нельзя сожрать. У меня такая. Все, забыла про камеру тебе, видишь? А, как ты мне палец сейчас проколешь. Дин уже истекает кровью. Лужа крови уже? Придется палец доесть, чтобы не выкинуть. Короче, у нас погода зашибись. Лето все-таки пришло к нам. У нас больше 20 или 20. Ты реально какая-то как американка. Или австралийка. Вот что значит смотреть австралийских блогеров. Много. Много. Начинаешь на них становиться похожим. Чем? Ну, типа, все такое. Смотри. Белый джиннинс. Вот это, да, вся. Весь тюнинг этот. Почеши, почеши. В общем, оказалось, что тля боится фейри. Не любит она это дело. Ну, в общем, мы вчера фейри попрыскивали. У нас на одном горшке, даже на двух. Напала тля на Анютины глазки. На самом деле, Антошка посмотрела рецепт. Там, типа, был мыльный раствор. Ну, типа, можете использовать фейри. Такая реклама фейри. И зола. Ну, короче, фейри у нас было, золы не было. Ну, там я почитал, что можно чисто фейри. Ну, посмотрим, попшикали, в общем. Ну, но конечно, она такая гадость. Ну да, они выглядят противненько довольно. Ну, и их просто столько много, ну, они да. Просто захватывают все. Мы срезали, один цветок был полностью уже поглощенный, весь такой скукожился, мы его срезали. И в пакет такой закрывающийся закрыли. Там, блин, столько было. Там, наверное, 1000 штук было этих тлинок, которые пытались выскочить. И совет тоже на YouTube видео смотрел. Обязательно сразу сожгите. Но мы не стали тут костер устраивать. И они вышли на прогулку. О, парусник, парусник, смотри. Да, там у нас парусник. Как открывается. Опять окошко и в окошке открывают. Парусник. Сейчас на своем паруснике поедем кататься. Садись! У тебя, кстати, хорошая парус получился. Вы заценили outfit of the day этой леди? Я на каблуках, смотрите, это редко бывает. У тебя настолько завышенная талия, что я не знаю, уж бывает ли она более еще завышенной. Тошка надо мной прикалывается. Он тоже просто хочет себе завышенную талию, я поняла. Да. Он всегда, когда прикалывается. Ну, реально круто смотрится, что уж сказать. Мне почему-то всегда это нравилось, это аэробика. Завышенной талии. Блин, такой вид, ты смотри. Да, такой вид, а там что-то парусники буйствуют. Да, видно тут. Глазами видно, камеру не очень похоже. В общем, красота. Это мы все в Пирите. Недалеко, кстати, от магазина. Мы собирались вообще в магазин. Я сейчас увеличу, может, будет лучше видно. Да, видно даже. Конкретно сейчас как раз ветерок. А вот там Таллин, центр Таллина. Центр. Ну что, мы, я думаю, пойдем лучше в ту сторону. А дикие фотки будут? Фотки будут. Сразу начинать? Дикие. Бомбить. Главное, дикие. Фотосессия это была не шутка. Я сейчас Анютке такую фотосессию забомбил. Просто портфолио и сделал. За 5 минут. Знаете, когда палец просто заедаешь, и так вот сделает сразу 3 миллиона фоток. Ну ты работала, ты в носу не ковыряла. На самом деле я-то умею фотографировать, а ты умеешь позировать. Ну ладно, что давай я тебя сниму одно, ты хочешь тоже показаться. Ну да, я все тебя хотят намекаю. Даже не то, что ты хочешь, все хотят на тебя посмотреть. Я тебя буду видеть, ты не понимаешь. Ты в очках, я не видела. Всем привет! Йоу-йоу-йоу! Ну что, ты наелся гречкой с тремя сосисками? Три сосиски, гречка. Вкусно было? Да, наелся. Сосиски вещь конкретная. Это сегодня день мой гуляний, но мы сейчас сразу идем в магазин. День гуляний. Узнаете родные пенаты? Мы в магазин идем. Кусить ням-ням-ням хочется. Видите, какая крутая Анютка. В каком богатом прикиде. Богатый. Не, ты богато выглядишь, реально.
Богато, очень богато. Ты тоже богата. Спасибо, я всегда так хочу увидеть. Так, богато? Да, богато. Ну что, мы будем кушать пиццу, фаворита этого лета, да? Да. Ты уверен? Да. Не попал. Не попал. Анечка попала на скидки. Да, я нашла этот тональный крем, но я не понимаю, это тот, который... У меня, помните, я вам делала обзор на один L'Oréal, этот Infallible, но он, как бы, мне его прислали, он другого тюбика в России, но я видела, что в Америке в таких он продается. И мне он, как бы, темный, так как я еще не загорела. Мне он так нравится, что... Вот у нас, короче, тут все выносятся ящиками, и бери, не хочу. На все бешеные скидки. Можно ящиками прям это все брать. Что делать? Не знаю, что делать. Человек не может определиться. Скидки. Вот такие. Ящиками все. Ящиками. Аня-то меня спросила мое мнение вот об этих наклейках или татуировках временно. В общем, я и сказал, что это реально бьюти лажа. Как можно после этого? Это еще ласковое назвал, да? Так как загара у меня все равно нет. И не будет. О, смотри, даже тут уже продаются эти. Которые с Алиэкспресса были? Ну да. Ну ты-то первая ухватила их. Я уже их даже относила. Они уже стерлись до дыр. Человек просто расслабляется. Я ему даже не мешаю. Ты что, все-таки испачкалась, да? Да, я терпела. Давайте ходи по магазину и ищи, чем бы вытереться. Такие решились на морожковое варенье. Сейчас покажем вам, что это такое. Ну, оно жесть стоит, оно стоит 9 евро. Ну, скажу по секрету, мы его уже купили. Пару дней назад и съели всю банку. Ну мы не такое покупали. Ну мы не такое покупали. Мы за 8 покупали. Ну я думаю, это возьмем. Почему? Посмотри, тут посмотри, такое есть. И такое есть. А посмотри, сколько в них. Смотрите, вот как она выглядит, значит. Мы, в общем, покупаем творог, о котором мы вам рассказывали. И еще вот такая. Ну вот это выглядит красивее всех, честно, баночка. Это мармелад. Помнишь, в детстве мармелад был такой, как зубная паста? Я почему-то прям так. Так он и сейчас помню. Есть такой. Я не у нас не видела. Ну, кстати, вспомнил, да. Типа еще, типа, говорили, что это, мол, эти космонавты едят такую еду. Не знаю. Из тюбиков. Ну, нам родители, по крайней мере, говорили. Это мармелад. Мне еще так захотелось мармелада. Ну да, мне реально тоже захотелось вот какого-то сладенького такого. Ну такого мармелада. Ну именно да. Либо варенье такого вот, как я это. Я вот и видела. Мы в итоге вот это, да, решили взять. Мятный мармелад, короче. Ну не очень мармелад. У меня ощущение, что здесь спирулина разлетела. Люди, а какое вы любите? Вот, варенье или мармелад? Джем. Джем. Мы, конечно, больше всего любим, когда мамочка делает моя. Ну, с магазина тоже иногда покупаем. Чего ж тут? Ну да, с морожкой не разбежишься у нас тут в Эстонии. Ну что, мармелад будем брать? Да, мне думаю, еще, нам... Мне так... еще нравится, как это выглядит, если честно. Да, выглядит реально классно. Это цитрусовый. Мне кажется, нам вот этой банки хватит, Аня. Говорил, да? По-моему, уже показывали эту систему. У нас система самообслуживания. Алло, я. Пультик, который пробивает штрих-код и заносит сюда стоимость. Ну да, у нас тут уже все подсчитано. Там только она будет заплатить на кассе и все. Ну как на кассе самообслуживания? Ну да, как на кассе будет самообслуживание. Смотрите, кто нас встречает. Сонная кошка. Она ест салат у нас. Вот она и понюхивает там, что может по ее душеньку что-то принесли. Скучает по мамке. Мамку так и не вернули. Не вернули мать, да? Йо, в каких-то нарядах, зацените. Все завышенная талия, завышенная грудь. Все завышено. Завышено. Мама была завышена, она наоборот занижена. Ну ладно, у тебя заниженная грудь и завышенная талия. Ну что, начинаем, что? Да. Я беру свой любимый приправ под названием орегано. Кстати, зацените перестановку. Мы поставили стол посреди квартиры просто. Анютка психанула, сказала, все, эту лампу менять нафиг, все равно она не работает. Вот наша любимая пицца.
Просто нельзя не соблазниться. Да, нельзя не докобиться, нельзя не соблазниться. Вот насколько реклама въедается в мозги бедных граждан, которые были ТВ-зависимыми. Ну что, присаживайся. Ну да, все, хватит. Люди, похоже, у нас уже начинается предпенсионный состояние, когда нам очень нравится смотреть «Санта-Барбару». В общем, мы последнюю неделю смотрим серии по 10 день только и делаем это во время еды. Вот картина Репина, стульчик, компьютер из «Санта-Барбары». Видишь, я новый какой-то. А, новый нашел? Вы, кстати, знали, что первые 100 серий, их не показывали по телевизору? Даже 100 с чем-то. Поэтому мы смотрим те серии, которые мы не смотрели. А, кстати, мы смотрим на английском, так что полезно и с приятным. Учим заодно English. Пицца съедена. Да. Спасибо за внимание. Пока. На счет раз, два, три, говори-ка, я так скажу. Всем привет. Готово? Вкус. Тут у Анюты секси-шмекси будет сейчас. Я ее буду только со спины показывать. Только... Даже не смотришь, на жену, когда приходит. Короче, всем привет! В общем, мы купили чабата. Кто знает, это вкусная вещь. Она была теплой. В общем, с камеры пока еще немножко не попадает, потому что вот. Ё-моё! Вот, короче. Так как с палкой все намного сложнее становится в этом мире. Так что. И Анюта сегодня делала тренировку, а уже очень долго она не тренировалась. О, ну так пахнет вкусно, Антошка, ну что ж ты горизонт-то так заварил? Там про горизонт уже люди столько написали. Да в курсе ему про горизонт, никуда он не уйдет. У нас свой стиль, заваренный горизонт называется. В общем, Анюта спустя сколько лет? 10 лет. Спустя 10 лет не делала ни тренировку, сегодня сделала тренировку и говорит, жизнь прекрасна. Да, удивительно. И удивительно, в общем. Так что, люди, у кого плохое настроение, попробуйте повторить это, и у вас будет хорошее настроение. А, не открывается. Масло это хорошее. Масло хорошее, но смотрите, там вот эта такая штука. Но я боюсь, что мои ногти останутся... Давай, нас снимай, палка в трассе работает. Давай. Короче, мы сейчас будем еще делать рецепт, это опять... В общем, у нас на самом деле обед, но мы будем делать для вас рецепт завтрака, потому что нормальные люди это едят на завтрак. Йоу, снял. В общем, смотрите, какое масло, закрывающееся это. Помните, мы один раз показывали, нас были этими. Ты показываешь, чтобы у тебя тоже было в кадре, а то она и салфи палка. Вот так надо показывать. Смотри, хопа! Перехват. Ты открыл, да? Да, открыл. Так что у нас сейчас будет вам рецепт на завтрак. И это будет рецепт чабата, авокадо и красная рыба бутики. Всем советуем. Это... Сейчас мы свежую чабату наливаем на нее оливковое масло. Оливковое масло это полезно.